Здорово, шановні телеглядачі. Селям алейкум, рахметуллахи ва тандашлар. Добрий вечір, уважаемые телезрители. Центр журналистских расследований приветствует вас в прямом эфире Черноморской телерадиокомпании. Сегодня мы будем говорить о тех событиях, которые происходят и, надеюсь, будут происходить, в хорошем смысле слова, на временном приграничье в Херсонской области, куда в конце прошлой недели отправилось руководство Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, и о том, что же оно там увидело и какие действия и решения можно ожидать от правительства или от этого министерства, мы будем сегодня говорить с первым заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуфом Куркчи, а также посмотрим сюжет наших херсонских корреспондентов, которые наблюдали за учениями пограничников, чему и как и для чего готовят пограничников комендатуры «Сиваш». Киевские журналисты, корреспонденты нашей программы сегодня побывали в аудиториях Таврического национального университета. И ту не совсем приглядную картину, которую они увидели, мы хотим показать и вам также. И также мы сегодня поговорим о том, как в Крыму собрались бороться с западными санкциями, и которые, как мы помним, оккупантам совершенно ничем не мешают, но тем не менее создается, проводится форум и создаются целые организации международные, как нам заявляют, для того, чтобы побороть западные санкции, введенные за незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя. Такова повестка сегодняшнего эфирного вечера, и я представляю вам гостя сегодняшней программы, заместителя министра по делам, вопросам временно оккупированных территорий Юсуфа Куркчи. Добрый вечер, Юсуф Бей. Итак, в конце прошлой недели вы инспектировали, можно так сказать, новое приграничье. Да? На сайте министерства можно увидеть снимки, как вы вместе с представителями местной власти, с министром Вадимом Чернышом побывали на всех трех пунктах въезда-выезда на временно оккупированную территорию. И, как я понимаю, много чего увидели того, чего не хотелось бы видеть спустя 2,5 практически года после того, как эти пункты пропуска были введены. Рассказывайте. Ну, на самом деле мы на пунктах пропуска были во второй день нашей поездки. В первый день был посвящен, первые два дня, можно сказать, посвящены были работе в Мариуполе. Мариуполь – это один из тех городов, который сегодня принял, скажем, очень большое количество вынужденных переселенцев. По оценкам местных властей, около 38 тысяч семей проживают вот в городе Мариуполе. Это на минуточку более чем 25% от общего населения города. Да? Поэтому получается, что город имеет очень большую нагрузку и в инфраструктурном плане, и в социальном плане. Мы общались два дня с властями города, они показывали те проекты, которые они уже реализовывают. Большинство этих проектов реализуется благодаря гуманитарной помощи, которую предоставляют наши партнеры Организации Объединенных Наций, Красный Крест. И надо сказать, что в этой поездке мы были совместно с Управлением Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам. Они были с нами все это время. Это был их транспорт. После работы в Мариуполе мы поехали в Широкино. В Широкино были непосредственно на самой линии. Посмотрели, во что превратилось это село когда-то. Очень большое, очень богатое. В каком состоянии школа. Мы пообщались с людьми, которые ведут там свое боевое дежурство. Пообщались по тем вопросам, которые не зависят только от их компетенции. Они важны для, и важны для жителей, которые там живут, и важны для тех наших защитников, которые обеспечивают там безопасность на сегодняшний момент. А после этого мы переехали в Херсон, сначала на Чангар, потом в Чаплынку и Каланчак. Оценивали, скажем, наши пункты пересечения административной границы не по, скажем, не по тем критериям, по которым можно было бы, например, оценивать, а мы смотрели на то, что практически ни на одном из пунктов нету, за исключением Каланчака, где службы самостоятельно пробурили скважину, во всех остальных пунктах вода привозная. Ну, ее просто можно купить, скажем так, да? Привозная, даже для технических нужд, да, для того, чтобы, по, скажем, по тем
нормам там, утром, чтобы те же люди, которые ведут там дежурство, могли элементарно умыться. Да? Для этого тоже вода нужна. А ее на сегодняшний день нет? Ну, привозная есть. Вот именно, что она привозная. И это постоянной нет. Постоянной, да? Воды нет. Это и вопросы гигиены, это вопросы и удобств наших граждан, которые пересекают постоянно то в одну, то в другую сторону. Если говорить про Чангар и Каланчак, там более 3000 человек пересекают эту границу ежедневно и в одну, и в другую сторону. Это общая сумма людей, которые прибывают там. Ни на одном из этих пунктов нету, скажем, палатки МЧСников, чтобы оказывать медицинскую помощь. То есть это вопросы, которые должны решены быть вот, ну, очень быстро и очень... То есть, если вспоминать начало августа месяца, когда оккупанты стали перекрывать день за днем, да, и создавались огромные очереди, люди в, скажем так, в этой буферной зоне, очень многие находились в автомобилях под пекущим солнцем, по сути, вот в таких вот разжаренных, да, скажем так, емкостях. И даже вот тогда еще не наладилось постоянное присутствие там какого-то поста МЧС, даже тогда не появилась там вода, даже тогда люди, то есть начальники всевозможных служб, которые должны обеспечивать эти потребности, не смогли организовать, не знаю, постоянные там медицинские пункты и так далее. Ну, что смогли организовать в тот период времени, мне неизвестно. Я говорю о том, что эти вопросы, они не должны зависеть от того, какое количество людей стоит в очереди и, скажем, какое количество людей обратится за этой медицинской помощью. Дай Бог, чтобы вообще... Давайте тогда так. Да, дай Есть Бог, вообще никто... какая-то инструкция, что там должно быть и чего нет? Ну, вот нет. Когда создавались эти КПВВ, да, было постановление правительства, да, я так понимаю, помнится, да, о том, чтобы пограничная служба организовала вот эти посты, таможенная служба, да, там же где-то что-то прописано? Ну, давайте так, если мы будем говорить о том, чтобы брали за основу международные пункты пересечения государственной границы, и эти пункты пересечения административной границы, они не могут стоять в одном ряду, скажем так, с одной стороны. И в тот момент... эти процессы нужно было организовать для того, чтобы был какой-то, скажем, порядок, да, вот в этих пересечениях, какой-то контроль этой межи, скажем, не хочется вообще называть это границей. Вот. А сегодня, скажем, каждый из этих пунктов пересечения, он нуждается в определенных, скажем, конструктивных изменениях, которые могут помочь или дадут дополнительные какие-то удобства для наших граждан. Кроме того, мы настроены на то, чтобы приблизить максимально центры административных услуг к этим границам, что на Чангаре, что на Каланчаке, потому как поток людей, которые двигается в сторону Чангара и дальше уже через Мариуполь в Луганскую, Донецкую область, это тоже наши граждане. И тот поток граждан, который идет с Крыма, тоже наши граждане, которые все сталкиваются с одной и той же проблемой и пересекают эту границу только с целью оформления документов, получения медицинского обслуживания, посещения родственников, так или иначе, получение свидетельств о рождении детей, свидетельств о смерти и так далее. То есть... и было много разговоров и обещаний о том, что вот эти все сервисы, да, государственные, что они будут как раз приближены к этой временной границе для того, чтобы людям не нужно было ехать аж в Херсон, там, или в Геническ, или там в другие районные центры, где есть все те, скажем так, службы государственные, которые должны выдавать эти все документы. Но так это и осталось мечтой, да? Ну, как бы... Открытие какого-то сервисного центра на этих КПВВ. Ну, просто если мы будем категориями мечта, не мечта, ну, это, по большому счету, та задача, которую надо решить. Эта задача зависит от нескольких факторов касательно ресурсов, человеческие, технические ресурсы. То есть те ресурсы, которые нужны будут для решения, которые касаются региональных, это значит, будем говорить с регионами, те ресурсы, которые зависят от Киева, от центральной власти, будем искать эти ресурсы. То есть это просто та задача, которую не терпит больше отлагательств. Которая... Кто ее будет решать? И каким это образом будет решаться? Это будет, опять же, постановление правительства. То есть мы знаем, какая-то длинная цепочка, пока все согласуют. Либо это министерство ваше в состоянии это все делать.
Если сложится все, как предполагаем и как планируем мы в министерстве, то вероятность того, что этим будем заниматься мы, она достаточно велика. Если же определенные ресурсы не будут на это выделены, то одних разговоров и одной координации для этого будет недостаточно. Но в самом начале для функционирование этих центров административной помощи, да, или как они, ЦНАПов называют, да, ресурсы и финансы предусмотрены в бюджетах местных властей. То есть мы должны в коммуникации с ними находить определенные механизмы, как вот это. Это задача, район, да. Каланчак, Геническ для себя открыл. Искать? Геническ в городе у себя открыл уже ЦНАП. То есть ему надо думать о каком-то там филиале этого, скажем, офиса, который можно будет накачать тоже этими ресурсами в плане коммуникационными и технологическими, чтобы специалисты сидели. Здесь вытекает проблема штатных единиц. То есть в каждом этом ЦНАПе на определенное количество населения в городе утверждено ограниченное количество людей, которые могут работать в этих ЦНАПах. То есть здесь надо решать вопрос об увеличении этой количества, если мы будем делать филиал. То есть это вопросы, которые требуют определенного решения, поиска сначала этого решения и реализации этого решения. Ну, мы желаем вам как побыстрее найти вариант, самый оптимальный вариант для оперативного решения этого вопроса, потому что сейчас зима, и это намного труднее будет людям добираться и для того, чтобы эти все вопросы решать свои. Поскольку в студии у нас представитель власти, я хочу сказать нашим телезрителям, что они могут задавать вопросы. Юсуф Крупче, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий в нашей студии, и телефон 044-536-9379, совершенно не запоминающийся, но для этого режиссеры вывели вам на экран этот номер телефона. Вы можете звонить, если у вас есть вопросы, задавать их прямо в прямой эфир. Да, но пока государство долго, уже 2.5 года государственные органы собираются там устроить какие-то сервисы, центры по оказанию услуг, люди предприимчивые эти услуги оказывают. Я в начале августа была на Чангаре и, к глубокому сожалению, увидела присутствие там, ну, скажем так, группы товарищей. Судя по акценту, в стране они у нас недавно, то есть это не этнические, не украинские, скажем так, граждане, которые администрировали несколько бизнесов. Они администрировали службу такси, то есть только их такси могли брать пассажиров, которые шли от со стороны Крыма и опять же, которые шли в другую сторону, приезжали на микроавтобусах, автобусах и такси, которые, ну, судя по всему, входят в этот, не знаю, условную какую-то корпорацию таксистов. Эти же люди предлагали обмен валют прямо там, на улице, на дороге, что называется, на обочине этой дороги. Эти же люди предлагали услуги по перевозу грузов каких-то там, передач и так далее, и так далее. Вот эта группа товарищей, она до сих пор там оказывает услуги. Вы столкнулись с тем, что там, ну, скажем так, работают люди, тех, которых мы называли когда-то там грачами, да, или там, как называются вот, таксисты нелегальные еще? Или менялы нелегальные? Давайте так. На самом деле такого рода хаотичный бизнес, который не регулируется и который не контролируется государством, он возникает там, где нет услуги, которая является альтернативой. Да? То есть, если бы не было бы банковских, если бы были бы там банковские пункты какие-то, отделение хоть одного государственного банка, который бы давал возможность людям, пересекающим границу, пользоваться банковской системой, банкингом, в то же время менять валюту, которая необходима ему для того, чтобы, скажем, реализовывать свои задачи на территории материковой Украины, тогда наверняка необходимости и даже идеи заняться таким бизнесом ни у кого не возникало. Если бы у нас была возможность организовать регулярные перевозки с этих приграничных, с этих пунктов пересечения административных границ до ближайших административных центров, где дальше могли бы люди планировать свои поездки то железнодорожным транспортом, то ли каким-то другим, естественно, и необходимость в этих людях или даже актуальность этого бизнеса, она бы стремилась бы к нулю.
Эти проблемы тоже нами как бы взяты на учет, и мы будем. Были там представители армянской общины? Ну, не знаю, какой они общины. Я не знаю, какой они общины, но то, что люди, которые занимаются частным извозом, там они были. То есть это группа людей, которая там регулирует, администрирует, как угодно называть эти бизнеса, то есть извоз, пассажирские, и, я так понимаю, раньше, и какие-то грузы, да, перевозки, а также обменники, вот эти вот на обочине, они присутствуют до сих пор, и их никто не замечает. Этот теневой, а возможно и криминальный бизнес, никто не замечает. Я сказал, что мы нацелены на то, чтобы максимальные услуги, которые гарантируются, страхуются государством, нашим гражданам предоставить. То есть, если мы сможем обеспечить регулярное транспортное сообщение, естественно, что человек будет выбирать покупку билета, застрахованную свою поездку. Если будет банкинг, который цивилизованный, предполагает какое-то отделение банка, да, с обменом валют, с курсами, с квитанциями и так далее, естественно, что люди будут пользоваться теми услугами, которые мы можем предоставить. А тогда, когда этих услуг там нет, бороться с тем, чтобы убрать их всех, а взамен ничего не предоставить, я думаю, это было бы тоже неправильно. Люди пешком ходить не будут. Нет, это естественно. Так или иначе, нужно предоставить какую-то альтернативу и уже под эту альтернативу, скажем, выстраивать отношения. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя, прежде чем перейдем к другой теме. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Я пользуюсь пунктом пропуска Чингар периодически. И у меня такой вопрос. Почему настолько плохо организовано медицинское обслуживание на пункте пропуска Чингар? Потому что мне надо была медицинская помощь, и мне, к сожалению, ее не оказали. Мне оказывали медицинскую помощь пограничники и мой муж. Это первое. А второе, летом там отсутствуют туалеты, грязь, мусор и полностью антисанитарные условия. Спасибо. Спасибо большое, Наталья. Мы услышали ваш вопрос. Это еще о чем говорили. Про воду вы сказали. К сожалению, отсутствие воды. Это все будет решаться? Да. Опять же, за счет местных властей? Я же еще раз говорю, мы будем просить и наших доноров, и международных партнеров, чтобы, потому как с ними получается эту задачу решить быстрее и оперативнее. Относительно воды, относительно этих навесов и так далее, и так далее. То, что касается постоянного присутствия там, скажем, отряда или отделения МЧС, который способен давать первую медицинскую помощь, то этот вопрос тоже должен решаться, но уже решаться в... Но эти задачи будут поставлены, они у нас как бы, мы на это обратили внимание. По результатам этой вашей инспекции вы будете какие-то рекомендации выносить их, я понимаю, на заседание правительства, либо же сейчас в рабочем порядке в ближайшее время будете решать, да? В правительстве создана, скажем, так называемая рабочая группа под руководством первого вице-премьера Степана Ивановича Кубева. Одно заседание уже было. Эти рабочие группы должны заседать каждый квартал. Страшно интересно слушать нашим телезрителям, которым помощь нужна сегодня. До этих больших заседаний со Степаном Кубевым или без него есть вещи, которые логичные, да? Там, где большое скопление людей, необходимо какой-то пункт медицинской помощи. Я согласен. Там, где обочины, извините меня, настолько загрязнены, что просто хочется плакать от обиды, что вот люди въезжают в Украину, первое, что они видят, это горы мусора по обочинам. Для этого нужны международные доноры? Для этого нужны ресурсы. Для этого нужен хозяин, по-моему. Кто хозяин этих обочин? Хозяин, который сможет распределить ресурсы таким образом, чтобы это была не одноразовая какая-то акция, а чтобы это была системная работа, которая будет заключаться в оказании медицинской помощи, в уборке элементарной, про которой, если большое скопление людей, обязательно будет мусор. Если каждый день не убирать там, не говоря уже, если стараться не мусорить, да, но, к сожалению, у нас вот эти два момента, они в постоянном конфликте, поэтому, значит, эту работу надо просто настроить, и чтобы она проводилась. Ну, так получается, да, что хозяев вот на пунктах пропуска, ну, не только, да, а вообще в этой...
территории, которая межує із тимчасово окупованою, окупованим півостровом, да, получается, что хозяев несколько, да, там своя работа у пограничников, своя работа у таможенников, своя работа у военных, своя работа у спецслужб, своя работа должна быть у МЧС. Местные власти там тоже никуда не делись, они отвечают за эту территорию. А вот кто должен всех их собирать и координировать? Только одно заседание, вот эта межведомственная комиссия. Ну, зачем я про нее вам сказал, что вы постоянно вот это... Но на самом деле оно было проведено впервые в августе месяце. Нет, в июле месяце, вру. После того, как вице-премьер первый оценил глубину этих вопросов, и которые зависят как бы не только от деятельности одного министерства, он выступил с инициативой, чтобы они были периодически. То есть эти заседания будут постоянные. То есть вопросы касательно оккупированных территорий, все, не только пунктов, они... И будут иметь... С какой регулярностью? Раз в квартал. Раз в квартал. Да, но наше министерство определено как координирующим, то есть те поручения, которые будут ставиться на этих заседаниях, мы должны будем следить и организовывать их реализацию. 044-536-9379, телефон в студии. Вы можете задать вопросы Юсуфу Куркчи, первому заместителю министра министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. А мы смотрим сейчас сюжет наших корреспондентов, которые тоже инспектировали приграничные районы и были на учениях, которые проводятся сейчас для контрактников, которые должны заместить в отрядах срочников. То есть нужно, судя по всему, скорости на этом новом приграничье, чи на межи, будут только контрактники, которые сейчас усиленно готовятся, в том числе и для того, чтобы уметь отражать нападения со стороны оккупированной территории. Сюжет Александра Казарина. Пострел! На пустирі за селом у Каланчакському районі Херсонщини бійці оперативно-бойової комендатури «Сиваш» проводять навчання із бойового злагодження. Новоприбулі контрактники прийшли на зміну демобілізованим бійцям і відпрацьовують навички інженерного обладнання місць, розміщення підрозділу, опорних пунктів і вогневих позицій. На завершення – вогнева підготовка новобранців. На даному стрільбищі проходить останній етап бойового злагодження оперативно-бойової комендатури «Сиваш» у зв'язку з демобілізацією військовослужбовців 6-ї хвилі мобілізації. Це заключний етап. Перед тим вони проходили заняття з тактичної підготовки, заняття з медичної підготовки, тактики прикордонної служби і залучення фахівців Збройних сил України та Червоного Хреста. Новоприбулі бійці будуть тими, хто займатиме першу лінію оборони, а незабаром вони охоронятимуть адміністративну межу із тимчасово окупованим Кримом. Військовослужбовці Державної прикордонної служби знаходяться в постійній бойовій готовності. З цією метою проводиться злагодження підрозділів. Тут військовослужбовці відпрацьовують практичні питання з інженерного забезпечення, з тактичної медицини, а також з вогневої підготовки. Кожен військовослужбовець повинен знати своє місце та роль у підрозділі. Особливо це відіграє важливе значення під час бойових дій. В умовах близьких до бойових прикордонники вправляються у стрільбі з автомата Калашнікова, з танкового гранатомету, зенітні установки, вчаться керувати бронетранспортером тощо. Кожен боєць має відпрацювати свої дії на випадок перетину адмінкордону озброєними противниками. Перша основна задача – це пошук знищення диверсійно-розвідувальних груп, а також припинення збройних вторгнень невеликих груп противника. Скільки новобранців поповнять лави прикордонників цієї осені, не розголошують. Кажуть, єдине, практично всі вони місцеві. Валерій з позивним «Вітамін» до служби в армії був фельдшером у Центрі екстреної медичної допомоги. Відслуживши строкову, не встояв і підписав контракт. Пішов по 6-й хвилі мобілізації, від пов'язки не втік, взяв і пішов. Потім сподобалась служба. Мобілізація закінчилась, підписав контракт на півроку. Прапорщик Ігор Бойко навчає молодь ладнати із зенітною установкою. Півтора роки тому він прийшов у армію добровольцем. Це банально звучить, але, знаєте, як говорив герой фільму, не просто за державу обідно. Тому я как бы, прийшов добровольцем сам. Не здав повістку, просто прийшов в воєнкомат сам і попросився.
Зенітна установка прапорщика Бойка явно ветеранська. Жартують, що, можливо, била ворогів ще у Другій світовій. Але усе озброєння, на якому вчаться новобранці, боє готове та може дати відсіч у будь-яку мить, запевняють бійці. Пусть немножко устаревше, но поверьте, достаточно эффективно. Я бы сказал, довольно-таки мощное оружие. Прикордонники запевняють, що їх арсенал поповнюється новим озброєнням, але яким саме – тут говорити не прийнято. Після 10 діб бойового злагодження новобранці-контрактники відправляться у місця дислокації своїх підрозділів охороняти кордон. Постріл! Ну, стреляет, хотя Второй мировой, говорят, все это вооружение еще. Но я не думаю, что все, но тем не менее. Что меня насторожило в этом сюжете? Один из офицеров сказал о том, что нашему корреспонденту сказал о том, что практически все контрактники, которые сейчас идут, заступают уже после этих учений, после боевого злагодження, заступают на службу по охране временной границы, сказали о том, что практически все контрактники местные. Это получается та же, ну, возможная ошибка, которая была в Крыму, когда все военные были местными, и как бы им деваться некуда было. Но то есть вопросы... вопрос экстерриториальности при комплектовании подразделений, он, опять же, не учитывается, да? Мне сложно что-то комментировать, потому как мы этими вопросами не занимаемся, но я не думаю, что те уроки, которые были получены в результате той политики, которая реализовывалась в вооруженных силах на Крымском полуострове, что они не учтены, каким-то образом не сделаны выводы. Я знаю, что весь офицерский состав, они не являются местными жителями, с теми, с кем мы общались, а те, которые должны будут выполнять эти задачи. И потом процесс, который говорит о замещении контрактников, это не будет никак, ну, это не будет одномоментным, там, скажем, с 1 января там должны быть одни контрактники. Этого не будет, этот процесс растянутый, потому как люди каждые полгода призывались, каждые полгода будет идти какая-то ротация. И уже контрактник, если каким-то образом он, скажем, не будет соответствовать тем нормам поведения или даже с идеологической точки зрения, наверняка будут его либо переводить дальше в тыл, либо по-другому. Но я так, это лично мое мнение. Я поэтому хорошо. Не тяжело. Я хочу вернуть вас в Мариуполь, которая для нас теперь тоже и Широкино. Известно, что там дислоцируются наши крымские морские пехотинцы теперь. Собственно говоря, они направление Широкино держат уже достаточно длительное время. И в Мариуполе, как мы знаем, и в Бердянске, как мы знаем, теперь тоже будет подразделение военно-морских сил Украины. Это все наши крымские, конечно же, люди, их семьи и так далее. То есть вы каким-то образом с этой точки зрения рассматривали свои встречи, планировали или нет? Наша встреча с военными была только в аэропорту Мариупольском, потому как сегодня Мариуполь превратился в своего рода такой вот остров. Транспортное сообщение с Мариуполем, ну, затруднено. Та железнодорожная связь, которая идет Киев-Мариуполь, она растянута по времени чуть ли не сутки. Мы добирались на Интерсити до Запорожья. Из Запорожья автомобильным транспортом ехали. Но это тоже заняло практически весь день. Да? На следующее утро мы поехали, посмотрели аэропорт, готовность этого аэропорта к принятию, скажем, каких-то бортов. Сами службы аэропорта говорят о том, что взлетная полоса вполне пригодна для того, чтобы пускать гражданскую авиацию, но для этого он должен быть отсертифицирован соответствующим образом. И мы должны понимать, что Мариуполь пока еще находится в зоне, в которой запрещены полеты гражданской авиации. И поэтому одним из вопросов, который стоял со властями Мариуполя, он был связан с налаживанием, скажем, такой более удобной и более сокращенной по времени транспортной по маршруту Мариуполь-Киев. Я прошу прощения на звонок из Крыма. Давайте включим его, потому что человек долго на линии не сможет пробивать. Добрый вечер.
Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Я бы хотел задать такой вопрос. Все там вы слушаете, да? Конечно. Мы слушаем вас, да, пожалуйста, говорите. Вот. Мы недавно ездили туда, в Новоалексеевку. Так вот, там специально налаженная структура коррупции. Значит, на переезде, на переходе границы нет никаких страхов. А в Новоалексеевке ГАИ специально тормозит автомашины и ничего не требует, кроме страховки. Это что, не специально сделанная вещь? Спасибо за... Спасибо за вопрос ваш, пожалуйста. Юсуф Курчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Отвечайте, пожалуйста. Это вопрос страховки. Естественно, что есть частные какие-то, скажем, там структуры, которые могут эту услугу предоставить сегодня. Но, опять-таки, это их своя собственная инициатива, какую страховую компанию они. И это вопрос доверия самого человека, идти и получать ли эту страховку. Там две или три структуры. Вы вопрос слышали? Слышал. То, что касается страховки. Это право человека, страховать или не страховать, я правильно понимаю? Нет, это страхование автомобильного транспорта. И он, гражданин, который обратился, говорит о том, что при выезде уже с контрольного пункта, если его останавливает сотрудник, но я по своему опыту могу сказать, что мне в свое время тоже приходилось пересекать, и если сотруднику объясняешь, что ты сейчас вот только вот первый раз выехал за какой-то длительный период, и вот твоя старая страховка, которая действовала и была выдана украинскими страховыми компаниями, она уже срок свой прекратила, и что ты сейчас вот на обратном пути можешь показать, которую ты уже сделал, что вопрос этот снимался элементарно. Но опять-таки это человеческое отношение непосредственно сотрудников, а другое, есть сегодня... Вы можете просто сегодня... провести, каким-то образом связаться с... местными, не знаю, это полиция, да, скорее всего, связаться с областной, там, района, не знаю, там, управлениями, и, чтобы провели среди сотрудников разъяснительную работу о том, что очень много таких случаев, когда из Крыма люди заезжают, и в них может не быть страховки, для того, чтобы снять коррупционную вот эту составляющую, о чем нам говорит уважаемый наш телезритель. С удовольствием. Это потому что, я так понимаю, что слово «коррупция» сделаем, прозвучало, да, в первую очередь, наверное, потому что просто с них требуют мзду. Я предполагаю. Обязательно эту работу проведем. Спасибо огромное. Тем более, что они требуют никаких... Еще одна очень проблемная вещь, о которой хотела сегодня поговорить, это, конечно же, на протяжении последних месяцев мы много внимания и в наших программах, и в наших публикациях уделяли воссозданию Таврического национального университета. Мы знаем, с каким трудом удалось пробить нормальные бюрократические вообще-то процедуры, чтобы они просто-напросто эти колесики быстрее закрутились, для того, чтобы крымские дети смогли с сентября месяца начать учебный год. И вот сегодня мы решили посмотреть, в каких же условиях обучаются крымские студенты, многие из которых не только поступили, это треть первокурсников, а остальные две трети из 750 студентов пока что еще не все могут даже занять свои учебные места в аудиториях. Аудитории не хватает. Академия, которую сейчас ликвидируют и вливают в Таврический национальный университет муниципального управления, пока что выделила только один корпус, и тесно нам там, тесно, я так полагаю. Давайте посмотрим на эти условия для того, чтобы понимать, каким образом решать эти проблемы. Таврический национальный университет имени Вернадского, переехавший из аннексированного России Крыма, возобновил свою работу в Киеве 26 сентября этого года. Преодолев бюрократические преграды, университет получил в пользование учебный корпус Академии муниципального образования. Правда, пока только фактически. На днях будет издан приказ, прям надеюсь, в ближайшее время, о создании ликвидационной комиссии.
И с этого момента она, комиссия приступает к ликвидации учебного заведения в связи с тем, что оно становится структурным подразделением Таврического университета. Я думаю, что вот с этого момента мы совместными усилиями, проводя вот эту ревизию принимаемых объектов недвижимости, сможем, ну, не теоретически, а на практике просчитать объемы, количество мест и для учебной работы, и в общежитиях. Академия присоединяется к ТНУ, однако для занятий ее студентам отвели корпус, который последние годы не эксплуатировался. Здание бывшего городского училища для малообеспеченных детей, построенное в начале 20 века по заказу отца Михаила Грушевского, Сергея Грушевского, требует ремонта. В первую очередь системы отопления. Это удивительное здание, оно дворцового типа, там полутораметровые стены, пятиметровые потолки и все остальное. Там есть проблемы, поэтому оно не эксплуатировалось Академией муниципального управления последние там 4 или 5 лет. Там есть прорыв в трубах, поставляющих горячую воду для отопления. Но сейчас мы этим активно занимаемся. С киевскими организациями, которые этим занимаются, связались. И я надеюсь, что до конца октября мы решим эту проблему. На 750 студентов Таврического университета пока что есть только 12 аудиторий. Сегодня в них занимаются 237 первокурсников. У остальных, по сути, свободный график. Для студентов, которые перевелись из других вузов, разработана дистанционная система обучения. Розроблений індивідуальний графік. Кожен викладач знає по своїй дисципліні, коли він працює зі студентом, дає йому завдання і контролює порядок виконання. Теж привчаємо до самовдосконалення і самоосвіти. Ми дещо інший графік роботи для них побудували чисто із-за того, що зараз ми обмежені в аудиторному фонді. Исполняющий обязанности ректора ТНУ Владимир Казарин надеется, что к началу 2017 года университет сможет получить необходимое количество аудиторий и ожидает, что количество студентов к тому времени увеличится до 1000. Нам разрешено переводить студентов из Крыма сюда, на материк, не в летний период, как это всегда было, а круглогодично каждый день, потому что есть сложности в пересечении границы. Поэтому я говорю приблизительно, потому что к нам каждый день один, два, два, три снова зачисляются. И во-вторых, до 1 ноября продолжается кампания зачисления иностранных студентов в вузы, и к нам тоже она проходит. И вот сейчас наша группа людей находится в Индии, мы там подписываем соглашение, чтобы индийские студенты у нас учились. Жизнь заставит нас переходить на тогда уже на трехсменку, потому что это будут более заполненные группы, и поток студентов на каждом факультете будет гораздо более значительный. И мы уже понимаем, что с какого-то рубежа всем поместиться и работать в одном здании уже, наверное, не удастся. Именно поэтому мы сейчас стараемся просчитать, куда мы начнем переводить уже на постоянной основе некоторые факультеты. После Нового года может решиться и проблема с общежитиями для студентов. Пока что 300 человек расселены по 5 общежитиям киевских университетов по договоренности с их руководством. Мы ставим вопрос перед руководителями о том, что, как вы правильно говорите, нам должны быть переданы дополнительно, ну, может быть, отдельно 2-3 профильных здания, здания общежития, которые смогут принять, ну, до 500 студентов, там, до 600 студентов. Сегодня, по словам исполняющего обязанности ректора Владимира Казарина, решается вопрос о предоставлении крымчанам бесплатных мест в общежитиях и выплате стипендий студентам, которые перевелись в ТНУ из вузов оккупированного России и Крыма. А не кажется ли вам все-таки, Юсуфбей, что нужно вашему министерству более активно заняться и этой, как нам казалось, успешной историей, но теперь видим, что нужно помогать еще больше, тем более, что новый учебный год начался, но мы уже должны думать о том, каким будет вступительная кампания 2017. Потому что именно сейчас принимаются положения, порядки и так далее, и так далее. И очень важно, чтобы про крымских детей не забыли. Ну, скажем, говорить, что мы не участвовали в судьбе Таврического национального университета, это было бы нечестно. А с другой стороны, если мы будем перечислять, сколько мы всего сделали, то это будет нескромно. Но на самом деле та инициатива и та, скажем, энергия Владимира Павловича Казарина, которая вот, ну,
это в большей степени его, конечно, заслуга, то, что получилось в этом году начать прием студентов, и процесс обучения начался, пусть немножко с задержкой, но он начался. Я думаю, все вопросы, которые сегодня уже есть, они будут решаться, может быть, не так, как нам хочется, как быстро, но ситуация, видимо, таким образом складывается, что они требуют какого-то там дополнительных аккумулирования каких-то ресурсов, перекраивания каких-то тех помещений. Но если решение о этом здании было принято буквально за день, за два до начала учебного процесса, естественно, что там не успели сделать ни ремонт, ни дополнительные какие-то открытия с мебелью. Возможно, есть какие-то трудности. Но я думаю, что все это получится решить. Конечно, все получится решить. Тем более, что помощников, я думаю, Владимира Павловича будет много. Это и общественные организации, это прежде всего центр Альменда. И такая же энергичная, да, и человек, который всегда заканчивает Валентина, то, что начала, да, Валентина Потапова. Вот. Друзей у Таврического национального университета много, но тем не менее, просто понимаю, это не для того, чтобы сказать, что вот киевские власти плохо работают, да, там центральная. Мы говорим о том, что есть потребность, ее нужно максимально оперативно решать, потому что это очень важно. И раз уже учебный год начался, вот разговоры о том, как хорошо все-таки дистанционным образованием заниматься, они были бы хороши, когда бы дети были там, в Крыму, мы бы их дистанционно обучали. А здесь уже позвольте, давайте. Я просто хочу, чтобы вы обратили более пристальное внимание на процесс ликвидации академии, потому что я почитала просто некоторые решения ученого совета, какие темы диссертации утверждались, кто и откуда получал там, защищал диссертации. И вот что-то мне кажется, что кому-то очень хочется притормозить этот процесс ликвидации, потому что очень много людей могут сейчас лишиться работы. Это тоже объективно. Но, тем не менее, мы должны понимать, насколько важно для Крыма в целом вообще воссоздание, очень быстрое воссоздание Таврического национального университета и качественное образование для крымских детей. Те вопросы, которые каким-то образом мы сможем влиять, мы обязательно будем принимать участие, будем обязательно не просто, а активное участие в этом принимать. И об этом знает и Владимир Павлович Казарин, и, скажем, наша позиция известна и ему, и министерство всегда поддерживает все те, скажем, инициативы, с которыми он выходит. А то, что касается оценки деятельности, я думаю, есть соответствующие органы, которые могут этой оценкой или дать какую-то правовую оценку этому всему, чтобы это не получилось просто, что мы вот эмоционально они нам не хотят помогать, и поэтому они как-то нам не нравятся. Да не, мы же как раз без эмоций. Мы, наоборот, хотим, чтобы процесс был максимально законным. Но понятно, что можно делать телегу, чинить за 3 дня, а можно, если сильно постараться, то есть за 3 месяца, да? 044-536-9379, госстудии Айосов Курпчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. И хочу еще один вопрос задать, прежде чем мы перейдем к последней теме обсуждения, которую я заявляла в начале. Странная ситуация с финансированием АТР, телеканала первого крымско-татарского. Вплоть до того, что, возможно, многим показалось это шантажным, это сообщение, вернее, пост одного из руководителей АТР о том, что, не получая государственной поддержки, этот крымско-татарский канал, частный, но тем не менее единственный крымско-татарский, не получая обещанной поддержки финансовой из госбюджета, может переехать в одну из стран Балтии, кажется, в Литву. Да? Ну, я не знаю, про какого руководителя этого канала вы говорите. Я видел просто пост Османа Пашаева. Да. О том, что... Ну, он же один из руководителей телеканала. Он один из руководителей телеканала? Ну, он возглавляет, насколько я знаю, новостную службу. А, ну, новостная служба и политика. Ну, может быть, да. Но я не думаю, что Осман Пашаев говорит то, что сам думает. На самом деле, если телеканал хочет, скажем, развиваться и хочет быть тем и выполнять ту роль, которую он на себя взвалил, по большому счету, то он будет искать все возможные варианты для реализации этой миссии. То, что касается финансирования, я думаю, в ближайшее время, если оно не решится, то есть очень большой
риск того, что времени-то осталось всего 2 месяца этого, до конца финансового года, и каким образом это можно будет реализовывать, тоже вопрос. Поэтому в ту вилку, в которую попал телеканал, это очень обидно, но я понимаю их эмоционально тоже, то, что... Давайте, чтобы нас и телезрители понимали. Итак, в этом году бюджет было принято решение, бюджет было заложено 40 миллионов. Да? Гривен, да. Гривен, которые шли по статье поддержки деятельности Меджлиса Крымстанского народа. Нет, такой статьи нет. Там есть... Ну, так, по крайней мере, формулировал Яценюк в ту пору, будучи премьером. Яценюк, представляя бюджет, таким образом оговорился, но на самом деле такой статьи нету. Есть статья в программе об устройстве возвращения ранее депортированных. Та статья, как и раньше, госпрограмма была, да? Госпрограмма, да. Вот эта статья есть. И была необходимость изменения порядка использования вот этих бюджетных средств. Насколько я знаю, все бюрократические, скажем, и законодательные уже препоны решены. Осталось решение только Министерства финансов, которое либо должно утвердить этот финансовый паспорт этой программы, либо отправить снова на доработку. А в чем проблема? В том, что это частный канал, и бюджетное финансирование не может предоставляться им, или в чем проблема вообще? Нет, ну, во-первых, когда проходил, я детали, ну, досконально, до запятой детали не знаю, но когда разрабатывался проект изменения в проект постановления по порядку использования этих бюджетных средств, и Министерство финансов, и Министерство юстиции это постановление и этот порядок утверждали. В соответствии с этим порядком разрабатывается паспорт финансовой программы. Если этот финансовый паспорт не соответствует каким-то образом, то у Минфина есть, наверное, основания его возвратить. А если он соответствует всему тому, что было написано в порядке, то я не думаю, что Министерство финансов, оно должно затягивать каким-то образом решение этого вопроса. Но если вдруг гипотетически это случится, то это будет очень такой серьезный репутационный удар по имиджу Украины. Которая вот, сначала я вот совершенно выделяет, с вами не согласна. Вы понимаете, которая, при чем здесь Украина? Потому что власть, официальная власть... Мне хочется попросить и коллег, в том числе с АТР, и руководство АТР, и собственника АТР, не называть все это Украиной. Украина смотрите, дает эти деньги, смотрите, как налогоплательщик, да. Эти деньги предоставляю правильно. И хочу, да? Да. Чтобы они таким образом расходовались. Вот это Украина. А у каждого чиновника, который не смог, не захотел, не сумел, не знал как и так далее, есть фамилии. Вот очень бы хотелось бы, чтобы назывались эти фамилии по причине, фамилии этих должностных лиц, по вине или по незнанию которых, как этими деньгами распорядиться, как решить проблему, либо по нежеланию. И происходит такая ситуация. Не думайте о том, что когда я говорю Украина, я обвиняю всех, там, все 46 миллионов жителей. Ни в коем образом. Ну, просто получается. Нашими, скажем, неудачами будут пользоваться наши же враги, и они не будут говорить про фамилию, они будут говорить, Украина не нашла возможностей. Вот это самое большое, вот это больше всего обидно. Потому что вот в это определение Украины буду входить и я, и вы. Вот это больше манипулировать обидно. Могут как угодно. А я вот просто обратилась к вам и обратилась к моим коллегам с АТР, солидарность с которыми я проявляю, я считаю, что этот канал должен получить поддержку всего народа Украины, налогоплательщика Украины, для того, чтобы он смог выстоять и выжить, и работать, в конце концов, не только здесь, в Киеве, а, возможно, и сделать сеть корреспондентов на местах и так далее, и так далее. Для этого, для развития нужны деньги. Но для этого, я понимаю, финансирование с бюджета, прежде всего, необходимо было для того, чтобы погасить долги за спутниковое вещание, насколько я понимаю. Это вопросы по спутниковому вещанию, они стояли еще в начале года, и, насколько мне известно, они решены. Решены уже? Да. Да? Ну, то есть, что-то уже сделано. Хорошо. И последнее, о чем хотелось бы поговорить – если кто-то хочет еще нам позвонить, я напомню последний раз, телефон 044-536-9379, для того, чтобы задать вопросы Юсуфу Куркчи. А завершить программу хотелось бы темой, которую мы держим на протяжении уже длительного времени, которая касается санкций, западных санкций, санкций Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, введенных за незаконную аннексию Крыма и города Севастополя. Все это время нам рассказывали, что они никак не действуют. А вот оказалось, что теперь представители Европы, Турции, Китая, России собрались в Крыму именно для обсуждения этих санкций.
Ну, так, по крайней мере, заявляют представители так называемого правительства, которое возглавляет господин Аксенов, а вот его заместитель господин Мурадов Георгий, который ранее был заместителем руководителя такой интересной структуры, которая тоже попадала в поле зрения нашего Центра журналистских расследований под названием «Россотрудничество», вот сейчас проводит в Крыму 11-12 числа форум Черноморской ассоциации международного сотрудничества, в котором пригласили экспертов, в том числе из других стран, для того, чтобы обсудить, каким образом побороть западные санкции, которые никому не мешают. И среди тех задач, которые ставятся, это в том числе и, я так понимаю, в эту ассоциацию вошли представители национальных обществ, общин, которые в Крыму присутствуют. И теперь, я так понимаю, они будут заниматься народной дипломатией для того, чтобы донести до мира правду о том, что эти санкции не нужны, они губительны для всех. Ну, в первую очередь, надо понимать, для экономики Крыма. Что скажете по этому поводу? Ну, мне кажется, позиция мирового сообщества по отношению к тем фактам, которые произошли в марте 2014 года, она уже несколько раз закреплена. И то, что эти санкции сегодня на самом деле с каждым днем набирают обороты и становятся все чувствительнее и чувствительнее для всех проживающих, скажем, и в России, и в оккупированном Крыму. И поиск, скажем, внутреннего врага, которым они там занимались, и уже и Меджлис запретили, и вызывают по очереди всех членов Меджлиса, ни к чему не привел. Как бы запретили Меджлис, но жизнь легче вдруг не стала почему-то у них. А теперь они начали искать проблему в этих санкциях. То есть они будут до бесконечности искать эти проблемы, до той поры, что проблема-то находится на той, ну, напротив их самих, когда они стоят у зеркала, да, вот пусть они посмотрят в зеркало и поймут, какая основная проблема этих всех санкций. И все эти потуги, которые называются или делаются попытками, скажем, народной дипломатии, они до такой степени формализованы во всем мире, что чтобы поехать по какой-то программе в какую-то страну и какие-то, скажем, налаживать связи, обязательно должно участвовать посольство той страны, которую ты представляешь, и с посольством того государства, куда ты собираешься ехать. И все нормальные страны, которые свои позицию выразили, поддержав оценку оккупации как незаконной, как нарушение всех международных правил и договоров, все эти страны не будут приветствовать такого рода поездки. И все их, скажем, они тоже инициаторы этих всех идей, они прекрасно знают об этом. И все их инициативы будут заканчиваться именно вот на таких форумах и дальше, чем разговоры и перепечатки в их газетах, ну, оно не пойдет. Я думаю все-таки, что сейчас идет речь о создании вот такой вот новой платформы, которая бы, скажем так, несла в мир посылы, месседжи, да, как говорят, о том, что в Крыму все хорошо, что представители, в том числе национальных общин, счастливы, что в 2014 году был референдум настоящий, что санкции не за что вводить на самом деле. Но это с одной стороны. А с другой стороны, новостью сегодня стало... И, ну, кстати говоря, представители вот этих всех стран перечислены там, они действительно там есть. Друзей у России очень много по миру, да? Тех людей, которые часто делают заявления, те, которые нужны на сегодняшний день России, они находятся по всем странам, в том числе и странам, членам Евросоюза, и странам, даже членам НАТО, как мы знаем, которые и корабли которых заходят в Крым вопреки санкциям. Но, тем не менее, оказываются чувствительными не только западные санкции, естественно, но чувствительны и та блокада, которую в том числе и с помощью, в первую очередь, гражданского сообщества, да, Украина, собственно говоря, проводила. Но воду, естественно, не пустили в Крым государственные органы. Тут, что касается энергоблокады, прекращения действия постыдного контракта на поставку электроэнергии в Крым, то, конечно, здесь поработали уже гражданские активисты, как мы знаем.
которые положили конец этому торговле электроэнергией. И вот новостью стало о том, что некто Пьер Эммануэль Дюпон, которого здесь называют консультантом специального докладчика ООН по санкциям, я встречала другую его, скажем так, другое резюме на этого человека, где-то он называется еще специалистом-экспертом Гаагского арбитража и так далее, и так далее. А вот, ну, это человек, если я так понимаю, который тоже прибыл на этот форум, вот, и он говорит о том, что советует подавать иски в международные суды, которые признают нарушением прав энергетическую и водную блокаду полуострова. Это после того, как нам рассказывали весь этот год о том, что никаких проблем с электроснабжением нет, энергомост практически построен, и с водной проблемой тоже вопросы решены. Насколько реальны вот такие иски, которые, по сути, будут теперь в пику тем искам, которые подала Украина за аннексию Крыма? Ну, никто не отменял конвенцию 49-го года Женевскую, в которой говорится о том, что страна-оккупант берет все риски и все обязательства и всю ответственность на той территории, на которую она оккупирует. Поэтому, что бы ни рассказывал этот деятель Пьер Эммануэль Дюпон, все это касается только вот фантазии вот этих отдельных псевдоэкспертов, которые говорят о том, что как крымчане могут, имеют какие-то основания. Во-первых, если бы все, что делается в Крыму, и имелся доступ международных мониторинговых групп относительно нарушений прав человека, которые проводятся в Крыму сегодня, по отношению всех национальностей, не начиная с крымских татар, украинцев, русских, которые не принимают эту оккупацию как должное, каким-то образом высказывают свою позицию, то ли в социальных сетях, то ли своим каким-то гражданским поступком, тогда бы можно было бы говорить о каких-то реальных, скажем, инструментах по фиксации этих нарушений. А то, что на каком-то непонятно каком форуме заявил очередной... Господин Дюпон? Да. Докладчик по санкциям, он само название его статуса немножко... Дело даже не смущает. В этом. Просто, это же не просто так выброшено сейчас для того, чтобы мы с вами обсуждали. Да? Речь идет о какой-то спланированном, скажем так, спланированных каких-то действиях, которые... Цель понятна. Снятие санкций. Или ослабление этих санкций. Мы уже видим, что сам весь дипломатический корпус уже профессиональный российский не справляется с этой задачей, скажем так. Нужна подмога, сказать, простых людей, что называется, поэтому вот включаются рычаги так называемой народной дипломатии, и эта площадка будет тоже задействована. Вот о чем речь. На самом деле, я бы, может быть, даже из другого с другого конца подошел бы. На самом деле в Крыму, вот если будет эта политика по воде реализовываться властями, когда они перекрывают и сливают воду из всех возможных водохранилищ, да, для того, чтобы решить хоть как-то водную проблему по Крыму, с теми тысячами скважин, которые они пробурили и на самом деле ломают сегодня экосистему крымскую на корню, они пытаются загладить свою вину вот той экологической катастрофы, к чему привела их бездарная вот эта политика, загладить свою вину и заранее упреждающим образом, скажем, найти виновного и в этой, потому что пока еще никто не чувствует очень серьезную нехватку воды. Но когда эта вода будет возиться, питьевой воды, да, когда эта вода уже будет везде возиться и будет только бутилированная, и потому как не смогут обеспечить ее подачу нормальной воды в дома, вот тогда, вот чтобы тогда иметь право говорить, что мы тогда еще говорили, что это нарушение всех этих международных каких-то правил, это они упреждающим образом... Я очень надеюсь в завершении нашей программы, что до этого времени, когда в Крыму будет только бутилированная вода, мы с вами не доживем, а наоборот доживем до более радостного, и вода вернется в Крым вместе с Украиной. Спасибо огромное, Юсуф Курчи, первый заместитель министра по делам временно оккупированных территорий, был сегодня участником нашей программы. Спасибо всем, кто дозвонился к нам в эфир.
Будьте здоровы, информированы. Все самые достоверные новости на сайте Центра журналистских расследований. А эфир наш завершает традиционно свежее расследование проекта «Следство.Инфо». Увидимся. Гучний будівельний скандал в Києві. Все, як завжди. Сумнівний забудовник, протести громади, яку ніхто не чує, і безпорадна столична влада. Тільки цього разу будівництво ведеться не на дитячому майданчику чи в сквері, а над станцією метро «Героїв Дніпра». Дії забудовника вже призвели до перших пошкоджень на станції. Марія Землянська розбиралась, наскільки небезпечне це будівництво, хто за ним стоїть, а головне, чому мер Києва проблем в цьому не бачить. Влітку станція метро Героїв Дніпра, звідки оболонці та мешканці прилеглих до столиці міст можуть дістатися центру Києва навіть в годину пік за 20 хвилин, опинилася в епіцентрі скандалу. Стукати по каструлях, спалювати опудало Кличка, прориватися на засідання Київради, перекривати дороги. Місцевих мешканців змусило ось це будівництво. Прямісінько над станцією метро взялися зводити торгово-розважальний комплекс. Це Ольга. Вона виросла на оболоні. Будинок дівчини зовсім поруч до станції метро Героїв Дніпра. З чого все почалось? Появився зелений забор, на якому була табличка «Планове укріплення ґрунтів». То есть, вот, допустим, грунты можно укреплять там химически, механически. Но, в принципе, достаточно быстро стало понятно, что это будет не плановое укрепление грунтов, а просто очередной торговый центр. Повністю розвіяв сумніви Ольги ось цей банер – «Оазис». Таку назву запланували для нового торгово-розважального комплексу над станцією метро. У меня окна выходят на стройку сюда. Я как-то проснулась в 2 часа ночи от того, что просто громыхает стройка, забивают сваи. Я позвонила в милицию, задаем вопрос, можно строить в ночное время? Они говорят, нет, запрещено законом, скажите, куда там отправлять наряд милиции? Я говорю, на круг метро Героев Днепра там что-то строят, наверное, торговый центр. Они говорят, извините, мы ничем вам не можем помочь, вы не первые, кто обращается, уже были жалобы, но КМДА дало разрешение на строительство. Поэтому ми тут безсильні. Фактично, з цієї ночі традицією для Ольги та її сусідів стало щовечора збиратися на акції протесту. Та у владних кабінетах людей не чули. Навіть обіцянка очільника столиці Віталія Кличка про призупинення будівельних робіт була проігнорована. Это уже фактически после того, как было обещание, что работа вестись не будут. Да вот, это вторник, 16:33. Оно ж не так уж далеко, это метро. Там внизу люди ходят, поезда ездят, а тут забивают сваи. Если такое же приключение случится днем, вот сейчас, допустим, вполне может пробить сваи и вагон метро, как вариант. Чи насправді існують такі ризики? Чим може реально загрожувати торгово-розважальний комплекс над метро? Просимо проконсультувати нас архітектора Анатолія Фролова. Поставлять фундаменти, пойде нагрузка. Навіть якщо ми не трогаємо саме метрополітен, нагрузка почне видавлювати ту масу, яка там знаходиться. Значить, якщо ви пам'ятаєте, куренівка була, яка взяла і пішла і залила людей, там були жертви. Тут приблизно те ж саме. Пульпа, та, которая находится под землей, она двигается. Сейчас проход, тоннель, по которому движется, значит, и это давление, это будет со временем. Оно придавит, пульпа поднимется и начнет там играть, и тогда сам тоннель начнет опускаться или подниматься. К чему это приведет? Что люди будут ехать в электричке, прошел какой-то перелом, сдвиг жертвы. Тихо, спокойно. Всі лягуть там. Наша зустріч з Ольгою збіглася у часі з проведенням громадських слухань щодо забудови на Героїв Дніпра.
Так-так, будівництво вже розгорнулося повним ходом. Метро у буквальному сенсі тріщить по швах. А думки людей вирішили заслухати тільки зараз. До початку зібрання ще більше години, а під стінами школи вже десятки людей. Вхід до приміщення тримає під охороною поліція. Емоції на межі. Я ж говорю, що не було бігна реєстрації. Зареєструємо тих людей, які заранее все було куплено. То це нелегітимний збор і потрібно виносити все на вулиці, щоб громада голосувала за це. Поки більшість оболонців обмінюються думками на вулиці. Что на Майдане? Провалилось что-то? Что-то случилось? Ведь там тоже построили торговый центр. В актовій залі школи без жодних обговорень намагаються протягнути голосування на підтримку будівництва торгово-розважального комплексу над метро. Перші кілька спроб блокують активісти. Та по настроям присутніх видно – залишати залу без потрібного рішення наміру ніхто не має. Рішення прийнято, що я поняла. Скільки голосів було? Голосів було, мабуть, менше половини, к сожалению. А як було прийнято рішення? Ну, скажи, що я, да, що я прийняла рішення саме. На вулиці в той самий час приймають протилежне рішення. Лишень за 10 хвилин проти нового торгово-розважального комплексу збирається понад сотня підписів. Чиїх голосів дослухається столична влада? Чи, може, рішення громадських слухань було прописане заздалегідь, а голосування – чисто формальність? Що дивує в скандальній історії – це позиція, власне, київського метрополітену. Попри ледь не щоденну появу нових тріщин та навіть дірки у стелі станції, керівництво підземки продовжувало стверджувати – будівництво законне і безпечне. За результатами розгляду проєктної документації зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проєктування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки. Те, що була порушена, свод станції був порушений, це була технічна помилка машиніста бурової установки, який в дні регламента замінив бур. По-друге, позиція очільника Києва, який не поспішає дослухатися голосу протестувальників. Нам потрібні інвестиції. Без інвестицій буде тяжко. Інвестиції в виробництво, інвестиції в сфери, різні сфери. І в цьому напрямку ми залучаємо інвестиції на конкурсах. І в цьому напрямку ми повинні враховувати інтереси інвестора, ми повинні враховувати інтереси громади, ми повинні враховувати інтереси нашого міста. До речі, про інвестора та його інтереси. Можливо, відсутність бажання зупинити будівництво над станцією метро криється саме тут? В офіційних витягах з Державного земельного кадастру землю над станцією метро Героїв Дніпра орендує компанія «Єлікон ЛТД». Ось ці ділянки в центрі та біля виходів зі станції. Перші рішення про виділення в оренду її землі Київрада приймала ще в далекому 2003 році. Наступні скликання депутатів тільки продовжували договори оренди. Назву «Єлікон ЛТД» можна побачити і на банері, як замовника будівництва. За даними реєстру фізичних та юридичних осіб, нині кінцевий власник, а точніше власниця компанії «Єлікон ЛТД» Тереза Анна Елізабет Брюстер з Сейшельських островів. Юридично компанія зареєстрована тут, у Києві, на вулиці Бестужева, 36А. Добрий день, а вулиця Бестужева, 36А, ви не підкажете? 36А. Такого номера немає. Немає взагалі? Ось будинок номер 36, ось будинок номер 38, позаду мене 36/4, проте нашої адреси ми знайти не змогли. Та
як з'ясувало слідство інфо, ще донедавна у скандального забудовника була зовсім інша власниця – киянка Ганна Вергелес. Попри те, що її прізвище зараз не знайти в засновниках компанії «Єлікон ЛТД», нині жінка продовжує володіти кількома фірмами у столиці. Хто ж ця успішна бізнесвумен? Вона матір депутата Валерія Іщенка, соратника Віталія Кличка. З 2008 року Іщенко почав кар'єру в партії «Удар». Став від неї спочатку депутатом Київради, а згодом депутатом парламенту. Пам'ятаєте Валерія Олександровича Іщенка? Що пам'ятаю? Це депутат Верховної Ради? Так, він же був у вашій партії, правильно? Так. А ви знаєте, що він пов'язаний з забудовою, яка одна героїв Дніпра? З компанією, яка займає, хоче побудувати? Немає у мене такої інформації. А от і сам народний депутат. На момент підписання інвестиційного договору про будівництво на героїв Дніпра ваша матір Вергелес Ганна Васильівна була власницею компанії. Чекайте, наскільки я знаю, віриться, це так і є, так. Це моя мати. Але наскільки я знаю, вона не має ніякого зараз відношення. Якщо вона була десь там цьому, то зараз компанія вже давно має інших власників і немає там Вергелес. Я не знаю, ніякого. Взагалі не маю відношення до цієї компанії. У вашої мами досить багато бізнесу. Так, вона має право займати комерційну діяльність. Так. І якщо мама народного депутата не збирається зводити торгово-розважальний комплекс над станцією метро, уточнюємо його особисту думку щодо скандального будівництва. Ви взагалі в курсі, що там відбувається? Ну, звісно, як же. Скільки зараз інформації, наголосу з цього приводу. Яка ваша позиція? Ну, якщо, дивіться, наприклад, якщо у будівельній компанії є всі дозволи, і вона має право будувати, всі відповідні експертизи пройшла, чому ні? Ну, якщо ми йдемо в Європу, чому ми можемо будувати, взагалі займатися будівництвом? Та чомусь поняття «йдемо у Європу» у представників влади та звичайних українців кардинально відрізняються. Проблема чуть більш глобальна, ніж просто вот этот вот торговий центр. Ну, построят, обвалятся, не обвалятся, тут 50 на 50. Наше руководство нашого города, оно как-то напоминает мне варваров, кочевников. Они прибежали откуда-то, ухватили кусок денег и убежали. А то, что, в принципе, сейчас происходит в городе, то, как он выглядит, его облик внешний, в принципе, никого не волнует. Все строим. Арештами в Латинській Америці все частіше закінчують свою політичну кар'єру відомі діячі епохи Януковича. Спочатку влада Панами затримала екс-голову Держінвестпроекту Владислава Каськіва, який підозрюється в масштабних корупційних оборудках. Нещодавно стало також відомо про арешт в Домініканській республіці колишнього впливового херсонського регіонала Володимира Сальдо. Його підозрюють у викраденні людини. Це практично детективна історія, яку розслідувала Наталя Кокоріна. Чоловік у наручниках, якого ведуть домініканські поліцейські, 10 років був мером Херсона. 2 роки засідав у Верховній Раді України від партії Віктора Януковича. Тепер сидить за ґратами за підозрою про викрадення іншого херсонця Дениса Пащенка. У цій історії є все для класичного детективу. Великі гроші, іноземна спецслужба, екзотична країна, викрадення, брехня і шахрайство. Історія закручена не гірше латиноамериканської сальси. А нам цікава тим, що висвітила новий пласт корупції у владі та ймовірний факт державної зради. Колишній мер Херсона, екс-нардеп і навіть один із спікерів партії регіонів часів Майдану Володимир Сальдо непогано почував себе і за нової влади. Партію регіонів він змінив на партію «Наш край» і став депутатом міськради Херсона. І раптом такий скандал. 19 серпня поліція Домініканської республіки арештовує Володимира Сальдо в Пунта-Кані за підозрою у викраденні бізнесмена Дениса Пащенко. Без особих об'яснень, без нічого на мене напали. Дарили электрошокером, надели наручники,
после чего приковали к кровати. Я думаю, что мотив похищения был, это все-таки записи, которые я оприродовал о его сотрудничестве с ФСБ. Натомість, за версією самого Сальдо, він сам був у полоні у Пащенка майже 2 місяці. Колишнього мера начебто катували, вимагаючи мільйони доларів. Він заставляв мошенническим путем сотрудників, які були приближені к Владимиру Васильевичу, збирати якісь гроші. Но в это время Владимир Васильевич находился в плену у Пащенка. И в плену использовали все методы, включая от электрошока до психотропных препаратов. Протиріччя у цих двох версіях мають з'ясувати поліцейські у Домініканській республіці та Україні, які розслідують дві протилежні справи. Домініканські про злочин Сальдо, українські про злочин проти Сальдо. Незаконне позбавлення волі громадянина Володимира Сальдо до Домініканської республіки. Але в Україні розслідується ще одне кримінальне провадження, де Сальдо вже не жертва, а потенційний підозрюваний. СБУ взялась за плівки Пащенка із начебто зізнаннями Сальдо у роботі на російську ФСБ. Домініканська детективна історія викрила цілу низку нових фактів із життя багаторічного держслужбовця, який виявився справжнім підпільним мільйонером. За роки на службі державі його родина обзавелася чималим бізнесом та тисячами квадратних метрів нерухомості, в тому числі у 3 містах на березі Чорного моря. Володимир Сальдо мав досить рухливий спосіб життя. Він міг дозволити собі святкування дня народження в Ніці, звідти майнути до Мюнхена, а потім на пляжі Домінікани. Починалось усе банально для українських політиків. 10 червня Володимир Сальдо зі своєю дружиною прилетів до Ніцци, де живе їхня донька Ірина, аби відсвяткувати своє 60-річчя. А потім, як стверджує Любов Сальдо, на запрошення Дениса Пащенка полетів до Домініканської республіки. На зв'язок Володимир начебто виходив лише через СМС та голосові повідомлення. Серед них було таке. Любочка, привіт. Я так осторожен со связью, потому что у меня появилась информация, что якобы вот из-за моих там каких-то встреч в Крыму с какими-то там крымскими чиновниками, СБшники могут меня задержать сейчас, если я вернусь. Я поэтому еще денек-другой разберусь там, уточню, на самом ли деле это так, и потом вернусь. На початку липня, за словами дружини та партнерів Володимира Сальдо, вони почали отримувати з його номера телефону повідомлення з шокуючим змістом. Приходили фотографії, приходили в секретному чаті програми Telegram, фотографії, де він сидить на стулі з зав'язаними руками за спиною. І відео приходило, де він лежав на кроваті металічній і його били електрошокером. І було сообщення про те, що якщо ми не виплатимо 2 мільйони доларів, ми його вб'ємо. І Любов Сальдо, і її адвокат звинувачують Пащенка у шахрайстві. Кажуть, що він має погану репутацію і навіть судимість десь у Європі. Але чому ж тоді Володимир Сальдо, знаючи про це, поїхав на запрошення Пащенка у Домінікану? І чому друзі та рідні Сальдо не звернулись до поліції, а почали збирати гроші та переписувати майно на нібито викрадача Дениса Пащенко? Позвонила Ольга Співакіна, вот, приїхала, говорить, нужно срочно увидеться. Такі события нехороші. Ну, как бы, я теж знаю лично, не перший год уже. Вот, довіряю, знаю, як вірного соратника, помощника Владимира Васильевича. Ну, она приехала и показала мне видео на телефоне, где ей нужны были срочно деньги. И, конечно же, я помог деньгами.
Іван Бибко каже, що віддав гроші Співакіній, після чого вони, за словами адвоката, перераховувались на картку Володимира Сальдо, яка нібито знаходилась у Дениса Пащенко. Той, у свою чергу, спростовує. Мовляв, гроші не отримував, а всю нерухомість придбав за пропозицією Сальдо. Я купив, так. Ну, опять же таки, ні один участок этот не принадлежав ні родственнику, як говориться, що там вимагали щось з родственників, Сальдо. Знакомые, да, они знали друг друга. Ну, в Херсоне все знают Сальдо. Реєстри підтверджують. 15 липня у власність Дениса Пащенка перейшла квартира близького до Сальдо Сергія Пожаєва та земельна ділянка його доньки. Херсонський журналіст Сергій Нікітенко, що багато років спостерігає за діяльністю колишнього регіонала, припускає, майно, що фігурує у цій історії, насправді належало Сальдо, однак було оформлено на підставних осіб з його оточення. Это район, так называемый Старый остров, ну, получил название, это нефтегавань там дальше. Ну, понятное дело, нарезали участки, часть участка выдавалась ООО «Тайрос» известному, то входили учредители-депутаты или их родственники. Это первые участки были нарезаны, Пожаев точно, ну, то есть участок, скорее всего, принадлежал своему Сальдо. 10 серпня змінився власник приватного підприємства «Банс». Воно перейшло до брата Дениса Пащенко Ігоря. Це триповерховий оздоровчий комплекс з лазнями та готелем. Оформлений був на Сергія Пожаєва. Люди, с которыми я общался, которые там близки были к Сальдо хоть как-то, они просто говорили, что это доверенный Сальдо человек, обычный человек какой-то, он, ну, обычный даже работяга, говорили мне, он не бизнесмен, но просто на него оформлена часть бизнеса, недвижимости Сальдо. Більша частина активів родини Сальдо по всій Україні записана на дружину. Любов Сальдо є засновницею адвокатської компанії в Одесі, бенефіціаром торгівельної компанії в Херсоні та фірми з видобутку граніту на Житомирщині. У роки, поки Сальдо був мером Херсона, родина збагатіла нерухомістю на тисячі квадратних метрів. Дві квартири і великий будинок у Херсоні. Дві квартири в Києві, в самому центрі на Подолі та неподалік від аеропорту Жуляни. Трикімнатна квартира в одеському ЖК «Нова Аркадія». У Криму, в часи, коли Сальдо був мером Херсону, його дружина купила котедж біля моря поблизу Алушти та апартамент в ялтинському селищі Восход. А коли Сальдо став народним депутатом, у родині з'явилася ще одна трикімнатна квартира і два паркомісця в Ялті – в елітному житловому комплексі «Ореанда Плаза». Згідно декларації про доходи Володимира Сальда за ці роки збагачень, сукупний дохід його та членів сім'ї був лише близько 600 тисяч гривень на рік. Шикарні квартири та будинки – розкіш, яку родина з такими статками точно не могла собі дозволити. І поки Сальдо засмагав на домініканських пляжах і розважався у тамтешніх клубах, Пащенко виклав у мережу аудіозапис розмови екс-нардепа з невідомим. Людина з голосом, схожим на Сальдо, розповідає про куратора з ФСБ, який допомагав матеріально на виборах, та плани вторгнення Росії у Херсон. Был товарищ один, Костя, он пару раз встречались в Симферополе. Тогда он сказал, что он как бы куратор мой от ФСБ, и в случае чего у него еще там есть помощник, сотрудник Алексей. Если что, то можно с ними встречаться, и они, в принципе, достаточно лояльно настроены. Главное, давать информацию, что происходит на местах, о настроениях среди населения, какие там акции протеста, что их волнует. Ну и в случае чего, допустим, если они все-таки решат заходить в Херсон, вот тогда понадобятся надежные люди, которые настроены в сторону именно объединения славянских народов. Так что у меня даже есть такая группа людей, ну, человек 30. Чи міг Сальдо бути завербованим ФСБ? У дні розстрілів активістів на Майдані у лютому 2014-го нардеп регіонал разом із майбутнім лідером фейкової Новоросії Олегом Царьовим та нині покійним пропагандистом Олесем Бузиною неодноразово їздив до Москви на ток-шоу Володимира Соловйова. Журналіст Сергій Нікітенко розповідає, що проросійська позиція Сальдо загальновідома. При нем у нас здесь по Херсону День города праздновали с триколорами, например. Нельзя сказать, что он там был прямо там
пророссийским, да, открыто, но консул России фактически жил в Херсоне безвылазно. Но никто не сомневается, что Фасальда мог быть завербован в те еще времена разведкой. 14 вересня Херсонський міський суд наклав арешт на все переоформлене на родину Пащенків майно. Однак у Домініканні за арештований сальдо заяву на Пащенка чомусь не подав. Ні про своє викрадення, ні про вимагання грошей та майна під тортурами. Вся ця історія і справді схожа не на кримінальний, а на бізнесовий конфлікт, де колишній мер і народний обранець сальдо виступає зовсім не слугою громадян, а спритним ділком, який продавав все, що можна – від комунального майна до національних інтересів.